Исследовались самые популярные курортные направления – Турция, Египет, Тунис, Черногория, Алания, из отечественных – Крым, Сочи и Анапа, которые занимают первое место по доступности. В то время как на других курортах цены дорожают, в Анапе, наоборот, снижаются. Если в начале июля средняя цена семидневного тура на двоих составляла более 30 тысяч рублей, то сейчас она снизилась до 25 тысяч. За эти деньги в Анапе можно провести неделю в трехзвездочном отеле, перелет включен.